Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на канале Кляга Мауэр ТВ. 8 мая 1945 года Германия безоговорочно капитулировала. Мирного договора между странами-участниками Второй мировой войны подписано тогда не было. Его нет и сегодня, и поэтому все чаще и чаще современные политики ставят вопрос о суверенитете Германии. По мнению президента США Барака Обамы, Германия является оккупированной страной и останется ею. Это подтвердил и министр финансов Германии Вольфганг Шойбле во Франкфурте на Европейском конгрессе 18 ноября 2011 года, заявив о том, что с 8 мая 1945 года Германия не является суверенным государством. Российский политик и депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью от 20 августа 2013 года сказал следующее. «Немецкий народ может требовать что угодно, но немецкие военные и немецкие спецслужбы являются филиалом ЦРУ и филиалом Американского министерства обороны. Вот и все. Германия – это такая же колония. Кстати, у них тоже есть национально-освободительное движение. Они тоже пытаются поставить вопросы возврата и золотого запаса, и право управления своей территорией, и пытаются убрать американские оккупационные части. В отличие от России, там стоят прямые оккупационные американские военные подразделения. Председатель оппозиционной партии левых Грегор Гизи является одним из тех, кто ставит этот вопрос не только в Бундестаге, но и, выступая на телевидении, он сказал: «Я должен серьезно заявить, что у нас все еще действует оккупационный статус. Но сейчас не 1945 год, а 2013. Можно же отменить этот статус и тем самым покончить с оккупацией. Я думаю, что пришло время для решительных действий и возмущен тем, что наша канцлерин ничего не предпринимает». Получит ли эта тема отклик у народа? И какой? Это зависит от политической зрелости населения и уровня информации. Поэтому разъяснение важно и необходимо. Несите эти знания дальше, ведь наша судьба находится в первую очередь в наших руках. Желаем вам всего доброго и до свидания.